знаю, проект секретных государственной важности. Это атомная бомба и клонирование. Почему об этом никто не говорит, никто не пишет? И что, там людей выращивают? Вы ее погубили! Что вы забыли, куда приехали? Что вы делаете? В 4 километрах от этой деревни находится один из самых первых инкубаторов в СССР. От близнецы эти отходы производства.